Считается, что разговоры о погоде очень популярны среди британцев. Но в последнее время сибиряки все больше напоминают жителей Туманного Альбиона. Одна из любимых тем – осень, которая неожиданно нагрянула в наши края в июле. Как холодная погода обманула природу, расскажем в следующем сюжете. Листья желтые над городом кружатся, причем вовсе не осенью, а в самый разгар лета. И такую картину сейчас можно наблюдать не только в Тюмени. Из разных городов России поступают сообщения о том, что листья на деревьях желтеют, словно на дворе сентябрь. В чем причина такого неожиданного пейзажа? Попробуем разобраться. Первое, что приходит на ум – погодные условия, которые легко могут обмануть деревья. Дело в том, что при длительном воздействии на растения низких температур значительно сокращается интенсивность фотосинтеза. Хлорофилл начинает разрушаться, и, как следствие, листья теряют зеленый цвет. Этот процесс может стартовать уже при плюс 15. Такие температуры на юге Западной Сибири характерны скорее для начала осени. Но, например, в Тюмени такая погода установилась уже в середине лета. Этот июль пока один из самых холодных в 21 веке. Средняя температура воздуха в городе составила плюс 16 градусов. А если учесть, что июльская норма для областной столицы плюс 19, то выходит, что мы получили тепла на целых 3 градуса меньше положенного. Рекорд холода был поставлен 5 июля, когда в ночные часы столбики термометров опустились до плюс 5 градусов. Да и днем выше плюс 17 они не поднимались. Так что в тот день температура не добрала до нормы почти 8 градусов. А вот по дождям месяц оказался не самый сырой. Пока в областной столице выпало 79 миллиметров осадков. При месячной норме 89. Так что можно сказать, все идет по плану. И тем не менее тюменцы жалуются, что лето в этом году явно не сдалось. И часто сравнивают его с июлем 2014-го, который вошел в метеорологическую летопись как самый холодный в наших краях за всю историю наблюдений. Причину недовольства погодой объяснили ученые. Оказывается, за последние 10-15 лет температура на планете в целом, а особенно над сушей северного полушария, заметно ушла от старых норм, которые рассчитаны еще за 1961 год. В последнее время летние месяцы были гораздо более жаркими, чем обычно. Например, за минувшие 5 лет только в 2013 году июль приблизился к норме. А в 2012 второй месяц лета оказался на 2,5 градуса жарче обычного, став самым знойным июлем за всю историю метеорологических наблюдений. Видимо, привыкнув к такой жаре, сейчас горожане совсем не рады прохладным дням. Кстати, по прогнозу синоптиков, новая неделя на юге области стартует осенними дождями. Температура в дневные часы лишь плюс 16, плюс 20. Но в четверг, пятницу тучи над регионом рассеются, и столбики термометров дотянутся до плюс 23-27. В общем, ждать осталось совсем недолго. Анастасия Щербакова, Сергей Мякишев. Тюменское время.